Друзья, всем привет. Да, вот такой вот у меня соперник. Первым ходом F3. Видимо, последние поражения от меня не дают ему спать спокойно. Есть вот такие персонажи. Но окей, ладно. Соответственно, и ответ был F6 аналогичным. Давайте центр захвачу, вроде как неплохо смотрится. Я зеваю. Молодец. Так. Слон d7, ферзь d5. Или конь c6 пойти. Давайте, наверное, конь c6. Здесь, мне кажется, лютая будет компенсация. Конь b4. Нет, наверное, ферзь e7. Слон e6. 3-0 там, быть может. Давайте слон e6. Ферзь b5. Ушел в 3-0. Ушел и был таков. На 2-0, кстати, ферзь c5 могу пойти. А могу пойти и a6. Да давайте даже... Не буду я париться. Конь b4 сейчас заеду. Так, да это понятно. Слон b6. На c2-то висит меж тем. Так, это что такое? Конь c2. Конь c2 и что? Ай, сори, маму, дундиме. Не надо выеживаться. F3 он со мной ходит, ты посмотри. Давай, до свидания, новую начинай. Ну вот так вот, друзья. Вот так вот и будем наказывать. Да нет, друг. И с F3 играй с другими. Да, друзья, надеюсь, вам понравилась данная партия. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.